Друзья, всем привет! С вами Алексей Левин, и сегодня мы проводим первую живую встречу со студентами школы RuVision в Москве. Я учусь на курсе у Алексея Левина «Реальный продакшн». Для меня это было очень важным и решающим открытием в моей жизни. Я получил столько информации, сколько не получил за последние несколько лет. Это про то, как быть реально полезным. Те люди, которые дают тебе эти знания, сами чувствуют ответственность за то, как ты сможешь это потом применить. Что Алексей именно тот человек, который сможет вам дать максимальную выжимку самых ценных, самых актуальных знаний. Чтобы это видео сработало и принесло заказчику рост. Я даже не знаю, как это оценить. Одна форма договора стоит столько. Ты получаешь именно новую точку зрения, новый подход к своей профессии. Пересмотреть свои взгляды и выйти уже на серьезный уровень. И курс Алексея в этом плане я рекомендую на 300%. Сегодня мы разобрали очень много вопросов наших участников. В режиме ток-шоу пообщались с Русланом Низамовым, нашим выпускником из АВА-студио. Ребята задавали самые каверзные вопросы. Где искать клиентов, как работать с тендерами, как развивать команду и как сочетать все функции и исполнителя, и предпринимателя. Также обсудили те перспективы, которые каждый из нас видит в сфере корпоративного видео.